вот я иду по улочке, называется Костёл. Это недалеко, то есть я поднялась немножко Майдана вверх. Вот. Поэтому, как вы видите, здесь абсолютно своим чередом идет жизнь. И хочу заметить, что, в принципе, всю революцию здесь также работали и рестораны, и это все выглядело точно так. И все это наглая ложь, что Киев разрушен, и здесь вот как бы все ужасно. Ничего подобного. Вот ресторан, так сказать, здорового питания. Ресторан сыроедчества, вегетарианство, в принципе, не только сыроедческая кухня, просто вот вегетарианская кухня. Также любимый ресторан французский. Очень уютно. И вот прямо он прямо находится в сердце Майдана. Тоже покажу вам идет реконструкция, кстати, я тоже вот только увидела это здание, которое сгорело. Профсоюза, дом профсоюза, он полностью сгорел, сейчас его так вот накрыли. Вот слава Украине, героям слава. Таки да. Сейчас его благородили рекламными щитами. И там включают. Это хороший знак. Покажу, как тут кухню, как суши приготовить. И, в принципе, все говорят, что вот таким вот образом все это происходило. Гуляют люди на то, у кого нет есть. Нет здесь генерала, нет. Туристы welcome. Радушный край. Гостеприимный. Вот так вот выглядит наш Майдан. Даже не страшно. Вот. Обожаючи. Крещатик в военные годы был очень разрушен. В принципе, когда немцы
шатик был вновь отстроен, поэтому тут такие хорошие. В основном видите вот банк, банк, банк.